Очень часто говорят, что... Здравствуйте, во-первых, дорогие друзья. Приятно вас видеть. Очень часто говорят, что... Очень тихо говорю и невнятно, что-то бормочу многозначительно. И все вроде слушают уважительно. Не буду же кричать, там какие-то вольности. Все-таки люди с высшим образованием. Ну, поэтому, если будет кому-то не слышно, пожалуйста, сидите молча. Следующая композиция называется «Глина». Я только что из метро немножко забежал. Там, да. И вы знаете, мне так понравилось. Ехал в вагоне с одними киргизами и таджиками. И они все между собой говорят по-русски. И так приятно. Я почувствовал себя все-таки в родном городе. И это очень интересно, что мы как-то, наверное, опасаемся немножко еще. Кругом такие случаи. Люди вроде приличные, а подходит у них травматическое оружие. Или холодное оружие. Поэтому лучше уткнуться в гаджеты, и там спокойнее, предсказуемее. Но тем не менее, наши культуры соприкасаются и перемежаются. Хотим мы того или почти хотим. И вот следующая композиция так называется «Глина», о том интересном воздействии, которого никакого отношения к этой пьесе не имеет. «Глина». Thank you.
дорогие друзья. Сегодня была удивительная ночь лично у меня. Она была бессонная, под самое утро я заслушивался гомоном птиц. Это первый день лета, господа. Первый день лета, так, так вот гомон птиц, вы знаете, так приятно, они щебечут, с утра щебечут. И вот кажется, вот такая весенняя. Да. А ведь на самом деле, они же ведь ругаются друг с другом, они же там матерятся, это моя территория, это моя дама, а твоя дама легкого полета там какой-то. А тут еще мусоровоз приехал, и он хочет мусор забрать, а рядом машины загораживает. И между водителем из окна начинается перепалка с вагоном. И птицы, наверное, думают, что это тоже любовная песня, что тоже не даже точка любви, а не снег. Первый день нет.
Наверное, каждое творчество у любого человека, композитора, у художника, это какая-то все-таки своя собственная история. Я вчера с Настей, со своей дочкой, был в поликлинике. И неожиданно нам сказали, ну что же вы делаете? Нужно срочно показывать Лору. А Лора, это очередь, это запись. А что же нам делать? Ну, я попробую, конечно, что-нибудь для вас. Я сейчас позвоню. Позвонил терапевт. Лора вас примет. Через минуту были у Лора. Лор сказал, ничего серьезного. Но вы знаете, я смотрел рот, нужно обратиться к стоматологу. Как же так? Очень. Ничего страшного, я позвоню. Позвоню, вас посмотрят. Благодарю. Пошли к стоматологу. Она посмотрела. Вы знаете, скорее всего, вам нужно посмотреть походку у хирурга. Говорит, я приду, уже поздно, уже скоро закрывать. На самом деле, такая удача. У каждого она своя, я в этом убедился. Удача! Так называется следующая композиция. Thank you.
менее, я подрабатывал в рекламном бизнесе. Конечно же, ничего не получалось, но на хлеб хватало. Надо же случиться, что из соседнего отдела была очень заметная девушка. И она мне чем-то нравилась. Может быть, умение выставлять косты столей, может быть, каким-то своим еще необыкновенным даром. Но она мне, честно говоря, чем-то очень сильно нравилась. И вот как-то я поехал в Турцию, и там неожиданно увидел ее. А она меня не замечала, потому что у нее был жуткий конъюнктивит. Она ничего не понимала вообще. А я ходил рядом, и как-то мне было приятно, что вот она думает, что кто-то другой, дескать. И так вот, разрешите. Вы такой любезный, как вас зовут, это не важно. Вот. И я водил ее вот так вот, можно сказать, за нос, наверное, минут 20. Это было очень приятное ощущение. Встреча. Вот такая неожиданная встреча. Приятная для меня. Я был переполнен, конечно, чувство. Главное, что... Я боюсь. Я боюсь вам все рассказать. После концерта. Потрясающе красивые немки, можете не смеяться, действительно бывает очень красиво. И одна из таких, она сидела рядом, она
Анна Керн плюс Алиса Фрейдлих плюс Валентина Толкунова, то есть все вместе. Вот это удивительно совершенно. Я сидел, я был здесь и был, что хотел сказать, сделайте мне укол какой-нибудь, что все бесполезно. Это было так замечательно. Я ушел преисполненный, и вроде такой, ничего себе, внучек какой-то задачи. Вот. Но бывает так, знаете, бывает, что не выразишь, как магнитом вот тянет. Главное, чтобы молчало. Милость.
я удивляюсь, почему не упоминаю вслух. Сегодня непростой день, сегодня день Мартына Лисакона. Ну, я поясню. Дело в том, что зверух нужно тоже свежая пища, солнечные ванны и прочее. И они выходят из своих норок. Но они заспаны еще. Им снятся продолжения вот этих вот сентябрьских и октябрьских потрясений. И они беспомощны. И вот раньше на Руси почему-то их били по головам, и таким образом очень легко, без всяких капканов, без всяких силков, получали большой очень навар. То есть быстро совершенно. Вот. Но времена меняются, вместо зверей сейчас заняли люди наши заграждане. Бьем сами себя. Так вот об этом и пьется. Синьками. Как, в общем-то, интересно развлекаться на лоне природы. Синьками. Thank you.
связанная, пьющая. Ну, то, что надо, без всяких лишних. Ну да, куда деваться? Сразу какая-то энергия пошла. Вы знаете, для следующего мероприятия, если у кого-то есть пиджак 56 размера, выдайте, пожалуйста. Ну, как правило, возвращать. Ну, конечно, жалко. Ну, понятное дело, известно, кому, что там, а там... Ну, все в порядке. Да, и вот вы понимаете, вроде вот как бы мужчина. А мало того, оказывается, ты ее знал раньше. Ну, так вот, если вот пушь какую-то в сторону. Боже мой, как же ты изменил? Сколько ж времени, мы же в школе с тобой. Ты же не помнишь. Да, не помню. И вот так вот встретишь свою первую любовь на дороге. И матушки мои, тут же начнешь читать Достоевского. Хочешь, не хочешь. И вот такая вот история случилась. Не знаю, с кем. Это никакого отношения ко мне. Никакого отношения ко мне. Ну вот продолжим. Динара. Так называется следующая композиция. Она посвящается свободным мужчинам. Thank you.
Сегодня обескуражило присутственное место. Просили денег. Стоял на гитаре. Вы знаете, бытие сурово для музыканта. Ох. Я, например, в детстве мало играл в футбол, но последствия видно сразу. На самом деле занимался каким-то вот музыкальным. Но многие посвятили своей жизни. И многие очень любят музыку. Любит музыку, не всегда, да, взаимно, другое дело. Но как совместить и творчество, и жажду покататься на хорошей машине, и отдохнуть в Турции со слепой, так сказать, ослепшей временем, там, столько желаний, как совместить? Я не знаю, готов дать микрофон, кто? Это я после концерта уже расскажу. Вот, то есть приходится... Не всегда удачно. Вот, мы попробуем. Песня называется «По краю». Thank you.
моменты, моменты радости до встречи с публикой, встречи с вашими горячими сердцами и теплыми ладошами. Это так здорово, это так замечательно, что мы выбрали одно и то же время для нашей встречи, одну и ту же планету, одно и то же государство. Как бы мы ни ругались, и тем не менее, это прекрасно. Здесь есть замечательные места в этом необычном мире. И главное увидеть. Это очень сложно, потому что макароны, телевизор, лишний вес, все это, конечно, давит. Но тем не менее, есть повод для радости, господа. Мы с вами живы. Вот об этом следующая композиция. Называется «Моменты радости». Thank you.
прошедшая неделя, уходящая неделя, несла нам не только моменты радости. Сейчас. На этой неделе стало очень, не стало двух замечательных музыкантов. Скончался Толя Герасимов и Адель Сабирьянов. В общем, когда музыканты уходят, конечно, особенно странное ощущение. Наш цех, наша небольшая такая когорта, кучка людей, которые знают, как вызывать эмоции и вибрировать чужие души. Ну, в общем, память этих замечательных людей и музыкантов. Следующая композиция называется «Правда сильнее». Thank you.
недавно сделали поездку, произвели поездку, поездку в города, расположенные дальше Малаховки. И, конечно же, нас вручали еще купейные поезда. Мы в них спали, ели, общались, смеялись и иногда ругались. Вся жизнь на колесах, в хорошем смысле, не на поезда, конечно, вся жизнь на колесах, в купе, ну, подсказ, в зависимости от того, какие возможности. Это наша такая вот обычная действительность. И бывает очень интересное откровение. Каждый из присутствующих на сцене, если в спокойной обстановке ненавязчиво расспросить, может такое понарассказать, о чем сам потом будет очень долго сожалеть. В купе, так называется наша композиция. We'll be right back.
удовольствием бросаю вас в объятия сегодняшнего субботнего вечера. И на прощание, как наше напутствие, хочу такую брошь приколоть на лацкан ваших пиджаков. Это пиджакный руль, да? Пиджакный руль, все нормально. Да. На лацкан пиджаков нашу пьесу величальная. Сегодня, видите, у нас. Кстати говоря, вы знаете, величальная. Мы так забываем свой русский язык. Боже мой. Сейчас скажешь величальная. А в ответ... Вот. И с ним, господа, давайте все-таки уважать свой удивительный язык. Я только недавно узнал, что, оказывается, ту самую историю, которую нам преподают, это все не так было на самом деле. На самом деле мы самые лучшие. Thank you.
торжественного мероприятия. Вокал, виолончель электрическая, а также электрический тигравин Дарья Львовна Лавать. Инфернальный маг, сидите на там пустых астролябиях, акустически выражаясь только в гитаре, абсолютно загадочный и неподвластный трезвому анализу, Сергей Сергеевич Урюпин. Thank you.
мои трогательные моменты. Думаешь, ведь хлопает, странно, да? Может, бис хотят или еще чего-то. Спасибо, дорогие друзья. Идите за нашими концертами в Facebook и ВКонтакте, также из уст в уста слушайте телефонный разговор друг друга. До новых встреч!